Вот, друзья, в каких условиях приходится жить и работать. Это ж красота неописуемая. Особенно после снегопада утречком. Сейчас покажу вам вид на реку. Сосновый лес. Невероятно красив. Если бы еще камера запах могла передать. Это было бы просто неописуемо. Ну, вот так вот, видите. Сплошные нервы. Такую красоту не каждый переживет. Нормально для психики. Но шучу я, конечно. Вот. Вид на реку. Реки самой не видно, конечно. За заросли. Но видно пойма реки. Как она вообще выглядит. Во. Такую красоту сегодня мы наблюдаем. Корни, видите, деревья. Песок осыпался, почва. А деревья стоят, упираясь во всю силу. Землю держатся, в принципе, так как и люди, во что бы то ни стало. Вот так. Ну вот, ты смотри, что вытворяет по кругу и не останавливается. Умелый какой-то. Очень умелый окунь. По кругу чуть не перерезал леску. И тут скачет управление клумки. Я примерно определил, где он стоит. Теперь дело техники. Уже не перволёдь, с седьмой или с восьмой проводки взял. Кто его знает, один он, да? Обычно после второго, после третьего легко ловить. Они уже начинают конкурировать. Опа! Тоже хороший. Поменьше, но это по классике, так и должно быть. Так и должно
стоит сантиметров 40 от дна. С этого расстояния начинает преследовать. Вниз за мормышкой не опускается. Лень ему. Отходит. Потом преследует. Наверное, что-то уже насторожило их. Понятно, точка найдена, сейчас надо рассверлиться. Рассверлиться дальше. Тюкал и сошел. На метр ближе к берегу, в половину меньше окунь.
И вот, друзья, закончена очередная рыбалка зимняя на льду. Такая печальная погода. Поле, лес вдалеке. Рыбакам нравится такая погода. Сегодня их гораздо больше, чем рыбы на водоеме. И за окунем, и за щукой жерличники съехались. Но я, как всегда, 11 я уже уезжаю, максимум больше. Чё-то сил не хватает. Но люди рыбачат. А я поехал. Пока.